Всем привет! Сегодня мы в Nature Reserve. Это место, где размножаются дикие птицы, дикие животные. И вот на этом красивом озере очень много уток различных. В Англии очень много мини-заповедников, таких как этот. Очень красивые, есть место для пикников, вот как, например, здесь стол. Можно посидеть, отдохнуть. Также это места, где дикие птицы или дикие животные, мелкие в основном, ну или там олени живут. Очень много таких мини-заповедников в Англии, и они очень хорошо по ним гулять, потому что природа красивая очень. В некоторых местах в Nature Reserve собаки не разрешаются, а в некоторых разрешаются. Но в основном должны быть на поводке, потому что здесь дикие птицы, дикие животные. Надеюсь, вам понравилось мое короткое видео. С вами была Дина Black Prince. Подписывайтесь на мой канал, фонд собаки Черный Принц. Пока-пока. Всем доброго.